Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24 FE. И сейчас я покажу вам, как перейти в безопасный режим. Так, нажимаем на кнопочку питания и зажимаем выключение. И нажимаем безопасный режим. Теперь в левом нижнем углу мы видим надпись «Безопасный режим». Это означает, что мы в нем. Для того, чтобы из него выйти, нам нужно перезагрузить наше устройство. Нажимаем на кнопочку питания и перезагрузить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.